Строительство крытого ледового комплекса на набережной реки Сестры завершено на 90%. Сдать каток планируют к середине лета. Открытый детский каток с искусственным льдом предназначен для проведения соревнований по фигурному катанию, хоккею, занятий ритмической гимнастикой и для массового катания. Основные строительные работы на объекте были закончены еще в конце 2016-го, однако открыть его к новогодним праздникам не удалось. Подрядчик был вынужден исправлять собственные недоделки. Этот объект ведет комитет по строительству, но у них не всегда все бывает там вовремя, да, у наших коллег. Там были изменения конструктивные. Там, где сам по себе каток, там они меняли балки, поэтому у них произошла задержка. Ну, в 2017 году будет введено. Появление объекта жители ждут уже 3 года. Изначально его планировали сдать к 300-летию Сестрорецка. Однако подрядчик не смог выполнить свои обязательства, и сроки сдачи сооружения пришлось перенести, а также выбрать новую фирму-исполнителя.